Всем привет, с вами Руслан. Сегодня у вас вот такая красота. Вчера на работе собрал немножко сосновых шишечек. Молодые сосновые шишки. Как раз самый сезон. Самый сезон варить из них варенье. Здесь у меня порядка 300 грамм. Чуть больше, но не страшно. Будем считать, что 300 грамм. И приступим. Для начала промоем теплой водой. Хорошенько, чтобы снять пыль, грязь и лишнюю смолу, которая выделилась у меня за ночь. Такая вот грязная вода из них. Ай, горячая. Хорошенечко вымываем. Веточки все убираем, листики, иголочки все убираем. Липкие руки после них. Очень вкусное сезонное варенье. Как раз сейчас самый сезон, пока шишка вот такая молодая. Потом варить уже не получится. Только сейчас. Так, куда? Успокало. Много варить не будем. Оно естся в охотку и не особо много. Есть. Еще разок. Слегка промоем. Переложили в кастрюльку. Вот так вот получается. Пахнет шикарно. И заливаем теплой водой. Где-то примерно, чтобы скрывало шишечки маленько. Вот так вот. Не заливаем их полностью. Они там спокойно плавают. И на плиту. Включаем плиту. Доводим до кипения и на медленный огонь на 40-50 минут. Когда начинает закипать, убавляем газ в минимум и оставляем еще минут на 40-50. Пускай это все дело томится и вываливается. Итак, спустя 40 минут варки отключаем газ и оставляем настаиваться где-то часов на 5, на 6. Пускай стоит, остывает, настаивается. После того, как все хорошенько отстоялось, все остыло, вываливаем сюда шишку. И на 300 грамм шишек мы возьмем 300 грамм сахара. Включаем обратно наш сироп. И туда же наш сахар. Варим еще где-то часа полтора. Ну вот, вот варенье постояло в холодильнике, загустело. Давайте попробуем. Я вообще сладкое не очень. Сейчас ближе лето, стараюсь. Сладкое не есть. Но такое варенье с чаем можно поесть. Огонь. Но много не съешь. Все-таки шишки. Все-таки вкус сосны. Вот такое было варенье. Вам спасибо за просмотр. Извиняюсь за чапканье. С вами был Руслан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на видео. До новых встреч. Пока-пока.